Ну что ж, друзья, всем привет, это Фриз, и сегодня мы будем наказывать обманщиков на сервере в Майнкрафте. Играю по-прежнему на кафтю, вот тут ты видишь IP-адрес, также он есть в описании, так что присоединяйся, играю на втором классическом мире. Перед началом нашей рубрики я хочу тебя призвать подписаться, потому что 50% на меня просто-напросто не подписаны. Ну и также поставить свой царский лайк. Ну а кто вообще не знает, что это за рубрика, поясню. В чатике у нас пишут много людей, кто PvP ТП, приючу ТП, ну и тому подобное. Мы к этим людям телепортируемся, в случае, если они нас обманывают, и мы их убиваем, но если же это все по правде, то есть это честно, значит мы им даем какой-нибудь, не знаю, предмет, например, как чаренный гэппл. Ну, в принципе, все, я не буду вас задерживать, погнали. Итак, сразу же первый челик, Бабер Лайт, он бежит ТП просто о маске Z0. Проверим его, проверим, посмотрим, действительно это Z0. Или же, ребят, это просто голенький челик на скине в трапку. Посмотрим. Ребят, он нас принял, и, как вы можете заметить, это челик-читер, походу, еще, ребят. Да, ребят, это читер. Посмотрите, ребят, это читы. Смотрите, ребят, натуре. Меня бьют сквозь стены. Он рассыпался, ребят. Он покинул игру во время читов. Ребят, его кинуло за читы. Посмотрите, вот. Офигеть. Ребят, его наказал сам античит, и меня куда-то... Это вода. Блинский, ребят, это вообще мега эпик. Ладно, ребят, пора выбираться из этой трапки, собственно, и идти наказывать других типков. ТП кто ПВП в Z1, ТП чек Теру. Давайте телепортируемся к нему, отправили запрос. И просто, ребят, сейчас ждем, пока он нас примет. Так, он нас телепортировал, стой, стоп. Что он, ребят, писал? Он хотел ПВП в Z1? Да, реально, ребят, он хотел в Z1, это же не Z1. Он говорит, без тотемов. Лол. Ладно, давайте-ка спрячем, ребят, тотем. Давай спрячем тотем. Так, давай. Это реально, ребят, ПВП будет? Это реально, ребят, ПВП будет? Либо, ребят, он сейчас пойдет в свою трапку. Что-то непонятно. Давайте мы, ребят, подадимся, просто тотем его будет фигачить. Не знаю, возможно, ребят, он просто сейчас возьмет и ливнет в трапку какую-то. Так, он куда-то, ребят, бежит. Он куда-то бежит. Если это, ребят, будет трапка, мы его накажем. Но пока что, ребят, как бы я не замечаю трапки. Пока что. Возможно, ребят, это просто челик хочет ПВП. И как бы, по-моему, да. Ребят, напишите прямо сейчас в комментариях. Может быть, я не прав, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, ребят, это просто челик хочет со мной ПВП. 5 минут later. Короче, ребят, я думаю, то, что ему выдать баф какой-то, потому что, ну, я думаю, что, ребят, это как бы типок честный. Короче, выдал ему, ребят, тотем. Ну вот, все, да. Я говорил за один, а не в топке. Да, ребят, это все-таки честный человек. Кто ПВП на РТП в китах ТП? Вот, ребят, я думаю то, что этот чувак будет читером. Не знаю почему, просто мне вот так кажется. А как вы думаете? Напишите в комментариях. А я уже к нему отправил телепортацию. И, как можете, ребят, заметить, это вонючая трапка. А, меня бьют через двери. Меня бьют через двери, ребят. Офигеть, посмотрите, ребят, меня бьют через двери. Вот это, ребят, читы. Вот это, ребят, читы. Посмотрите. Его снова кикнули, ребят. Уже два челика. Два челика. И их кикает античит. Во. ТП кто ПВП в Алме за один чек голыми. Давайте я сразу к нему телепортируюсь в топке. Как бы я не голый, но все же. Телепортируемся к нему, и он что-то, ребят, не принимает запрос. Возможно, он готовит свою трапку. 5 минут later. О, ребят, так, стоп, стоп. А ну-ка, погоди, это, ребят, нифига не за один. Это не за один, ребят, это не за один. Он нас все-таки, ребят, обманул. Ребят, это обман, это не за один. Посмотрите, сколько я им, ребят, наношу. Это вообще, ребят, нифига не за один. И здесь, ребят, где-то у него, возможно, трапка будет. Ладно, давайте к нему проникаем вот таким вот образом. Его фигачим, ребят, это нифига не за один. Но если, ребят, это будет за один, я ему просто, ребят, верну. И как бы в качестве компенсации еще верну ему чаренный гэпли, как бы, точнее, выдам. Он пьет какие-то, ребят, бафы. Вообще, ребят, ага. Так, давайте, ребят, смотреть. Это за один? Какой за один? Это набор властелина. Ах ты ж, обманщик. Вот, ребят, обманщик поплатился. ТП, ищу парня, я с вещами. Пишет попка кота. Ну, давайте к нему телепортируемся и посмотрим. Мне даже, ребят, очень интересно, что это за фигня. Так, нас телепортируют. И, ребят, это трапка. Это трапка. Офигеть. Так, окей. Так, стоп. Ребят, это те же челики, которые это читеры. Ребят, это те челики, которые первый раз. Офигеть, смотрите, ребят, сколько там челиков. Офигеть. Вот, ребят, вот этот читер, которого кикал античит многократно. Офигеть, ребятки, просто офигеть. Короче, ребят, что я предлагаю? Давайте выпьем эликсир воробей вот таким вот образом. У меня есть еще один эликсир воробей. Когда закончится у нас первый эликсир воробей, я выпью второй. 5 минут later. Так, пью эликсир второй, так. Отличненько, ребят. Сейчас просто остаются считанные блоки. И можно будет кинуть перочку, собственно, и их, ребят, наказать. Отлично, ребят. Оп-хоп. Хоп-хоп. Оп-хоп. Все. Кто ПВП ТП, ко мне только за один и за два. Окей, окей. Телепортируемся.
Итак, это, ребят, нифига не Z2, это обычный кикстартер, который хочет нас обмануть. Скинул, ребят, свою же трапку Сипков. Давай, давай, падай свою трапочку, чувак, падай свою трапку. Так, давайте, ребят, кинем перочку вот так, вот таким вот образом, да, и подберем их ресурсики. Говно выкидываем, естественно, а самое основное, ребят, забираем. Таким образом, мы, ребят, наказываем обманщиков. Кто PvP ТП, я в кикстартах на РТП. Что? Окей, телепортируемся к этому чувачку, игнокер YouTube, и ждем. Так, это, ребят, нифига не кикстарт, это обычный тип. Погоди, погодите, ребят. Это два чувака с читами. Ребят, посмотрите, их снова кикнуло. Офигеть. Почему так много читеров? Я в шоке. Ну, ребят, главное то, что мы их наказали, поэтому да, за это можно поставить лайк, то, что я наказываю обманщиков, также читеров. После ролика я думаю, то, что я их забаню, потому что они читеры. За это тоже можно поставить лайк. Кто по ВПТП? Я за 4. Пишет нас хищник. Давайте это проверим, отправим ему телепортацию. Собственно, у меня есть эликсиры топовые, и это действительно Z4. Я надеюсь. Давайте, короче, я куплю ему, ребят, чарку вот таким вот образом и выкину ему чарочку. Вот, держи. Ну, а сам я ливну. Все ТП, раздачи, ломаю свои сундуки и так далее. Телепортируемся к этому молодому человеку. А, ребят, он уже в бою. Посмотрите, ребят, как бы вам это показать? Во! Во. Поэтому, ребят, это обман. Ну, мы пока что это, ребят, не проверили, поэтому продолжаем ему кидать телепорты. 5 minutes later. Так, ребят, он нас телепортирует, и это трапка. Ребятки, это вонючая трапка. Я, к сожалению, ребят, ничего не вижу. Ну ладно. Давайте пьем эликсир, получается. И у меня есть, ребят, еще перочки, поэтому я могу сделать вот так вот, да, получается. Опа! Потом еще эликсир выпить, потому что у меня уже кончается он. И, чувак, как тебе такое? Блин, ребят, у меня КД еще на перышке есть небольшое. Ну ладно. Так, давайте, ребят, проникаем сюда. Блин, одна секунда. Где он? А где он? Погоди, а где? Ага, вон, я его вижу, ребят. Хопа! Иди сюда, братанчик. Смотрите, ребят, он заставляется такой. Нет, только не сюда. 5 minutes later. А, он ливнул. Понятно. Кто ПВП в ките или обычной алмазки, жду кол. Пишет Максим. Поэтому, ребят, мы к нему незамедлительно телепортируемся и будем его сейчас проверять. И действительно, ребят, это алмазка. Так, главное, ребят, сейчас просто с ним затимиться и дать ему какую-нибудь зелечку, либо стрелы. Давайте ему дадим 6 стрел, самых топовых, ребят, они стоят много, я думаю, он будет рад. А мы тем временем ливаем. ТП, кто ПВП, только кикстарт, железка ТП. Давайте, ребят, этого типка тоже мы проверим. Правда ли то, что он у нас железник, либо кикстартер? Точнее, он хочет с нами ПВП, и, ребят, нифига подобного, это вонючая трапка. Только, ребят, посмотрите, как она сделана. Ну, слушай, ну, прикольно, по-моему, не? Короче, ладно, ребят, мы его наказали, главное сейчас отсюда как-нибудь ливнуть, не понял. Здесь, ребят, что-то происходит, здесь какой-то движ, ребят, происходит, смотрите. Офигеть, что с ними, ребят? Это движ, мега дичайший движ, и, возможно, у кого-то из них есть щиты. Напишите прямо сейчас, ребят, в комментариях, мне будет интересно почитать. Мистер Хакер 228 пишет, кто ПВП ТП, кикстарт не трапочек голыми. Давайте к нему телепортируемся и, собственно говоря, проверим его слова. Итак, ребят, это действительно не тропа. Стой, братан, он ливнул. Кто ПВП, я на РТП, честно, без трапок ТП, я кикстарт. Пишет Ют Санта. Сатана, Ют. Во. Короче, телепортируемся к нему и будем его, опять же таки, проверять, как и остальных челиков, которые я уже проверял. Просто к нему телепорт кидаем и ждем, пока он нас примет. И это, ребят, вонючая трапка. Смотри, он не ожидает то, что я буду здесь, а я вот тут и... Вау, вы успешно прошли квест, квест размания, квест размания, ничего себе. Так, а это, ребята, у нас трапочка, как я понял, да? Окей. Попробуем, ребят, пройти сквозь ней. О, блин, погоди, стой. Просто, ребят, ливнуть, надо ливнуть. Братан, стой, погоди, не надо мне фигачь, чувак, не надо. Просто не фигачь, спасибо. Босс 1973 пишет, все ТП раздачи ломаю свои сундуки и так далее. Так что давайте, ребят, телепортируемся к нему и проверяем. Я уверен, ребят, на 89% то, что это челик-обманщик. В принципе, ребят, как я и говорил, это челик-обманщик, он ничего не ломает. Он просто хочет нажиться на других челиках. Поэтому, ребят, мы его должны наказать и скинуть свою же трапочку. О, стой! Что? А ну-ка, погоди, братанчик. Стой. Ты что, не умер? Тебе пора умирать. Так оно не делается, надо тебя наказать, чувак. Так что все, давай, помирай, все, хорош. Все, ребятки, и просто ждем, пока можно будет отсюда ливнуть, в принципе. Так сказать, ждем КД. Но это он, кстати, мув сделал нормальный такой. Поставил воду, вау, классно, лайк. ТП продаю на рост, пишет Курт, нет, крут. Окей, телепортируемся к нему, ребят, и проверим. Значит, он писал то, что он нам продаст на рост. Мне как раз-таки нужен на рост, ребят, поэтому... Действительно, ребят, он хочет нам продать на рост. Давайте ему дадим эликсир волк вот таким вот образом. Вот. А, нет! Он взял, подобрал его шмотки.
Да. Ладно, давайте ему тогда вот эти топовые бафы выкинем, ребят. Я думаю, то, что никто не подберет. Да, все, отлично. Я думаю, ребят, что на этом все. Мы достаточно много понаказывали нечестных игроков. Также подарили многим честным игрокам хорошие вещи. С вами был Фриз. Всем удачи, всем пока.